Спонсор выпуска Sport Fresh. Всегда свежая экипировка. Здравствуйте, меня зовут Смолянов Игорь, и сегодня мы вам покажем отработки защитных действий в парах. В первом упражнении один спортсмен наносит акцентированные одиночные удары, а другой защищается только блоком. Основная задача в этом упражнении того спортсмена, который защищается, подсесть пониже на ногах, для того, чтобы не пропускать удары в корпус. У спортсмена, который защищается блоком, руки должны быть максимально напряжены. То есть при попадании удара в блок руки не должны расходиться. Они очень-очень плотно прижаты к голове и абсолютно прямые. То есть кисть и предплечье образуют одну линию, чтобы нагрузки на голову было как можно меньше. Желательно, чтобы кулак находился выше бровей. По второму упражнению один спортсмен наносит акцентированные одиночные удары, а другой защищается комбинированной защитой. Но в классической комбинированной защите удары должны соскальзывать с переднего плеча защищающегося спортсмена. Поэтому желательно оттягиваться, отклоняться назад и закрываться плечом. В следующем упражнении спортсмены поочередно наносят друг другу акцентированные атаки. Одиночный удар, двойку и тройку. Потом меняются ролями. Это упражнение делится на две части. В первой части спортсмены защищаются блоком, во второй части от этих же атак они защищаются комбинированной защитой. Следует отметить, что все удары мы наносим жестко и только, вероятно, в трехударной комбинации. Для скорости произведения этой же комбинации мы первые два удара бьем легко и только третий максимально жестко или по нарастающей. Легко, сильнее, максимально сильнее. В следующем упражнении один спортсмен работает передней рукой, а второй защищается сначала блоком, а потом комбинированной защитой. Задача того, кто атакует, работать в максимально быстром темпе, финтить, дергать, обманывать и менять стойку. В следующем упражнении мы работаем одиночными ударами на скорость на защиту. Задача спортсменов стоять на средней дистанции и либо принимать удары на себя, либо защищаться корпусом. Проваливать, бить, проваливать, бить. Задача в этом упражнении – поднять максимально высокий темп. В следующем упражнении один из спортсменов находится в углу, а второй максимально жестко и в максимально высоком темпе наносит по нему удар. Через 10 секунд спортсмены меняются местами. В этом упражнении задача спортсмена – научиться пережидать мощный спуск соперника у каната, чувствовать себя спокойно и рассматривать вероятность встречной или ответной контратаки. В следующем упражнении один боксер наносит мощные одиночные удары, а другой – защищается с помощью блоков передней руки. Он делает сбивы, обманывает, держит передней рукой на дистанции, вытягивает на себя. Закручивает, финтит и останавливает передней рукой. Всю основную работу в этом упражнении выполняет передняя рука. И в крайнем упражнении один спортсмен работает абсолютно вольно, старается жестко ударить, обмануть, а другой только защищается и по возможности старается клинчевать. Здесь все зависит от соперника, от того, кто бьет. Если удобно, можно вытянуть его на себя, закрутить, провалить. Можно отстояться у каната. А если совсем страшно и больно, то, конечно, надо стараться идти на него, гасить атаки соперника сближением и по возможности клинчевать. Сегодня мы с вами разобрали основные упражнения на защиту. Обычно они делаются в начале спарринговой тренировки. И хочется отметить, что защита – это самое главное в боевых единоборствах. Надеюсь, наши уроки будут для вас полезными. Подписывайтесь на Blood & Sweat и приходите тренироваться к нам в грушу. Удачи и всем здоровья! В этом упражнении боксеры выполняют условно-вольный бой и касаются друг друга ладонями. Боксеры соблюдают дистанцию и стараются не пропускать удары и наносить сами как можно больше.